Всем привет! Всем привет! Это Женя и Алена, и вы на канале Time Voyage. Рады видеть вас снова на нашем канале. Приятно, что вы опять зашли посмотреть наше видео. Сегодня мы собираемся поискать осенних грибочков, хорошеньких, красивеньких. Мы оптимисты, надеемся, что все-таки лес сегодня будет к нам дружелюбен и будет подкидывать нам грибы. Да, Ленка? Ну да, что будет, все увидим. Вот, что мы можем сейчас сказать после первых минут прогулки по лесу. По пути нам попалось там пару маслят, по-моему. Один обгрызанный, да, беленький. Ну, сейчас вы его увидите. Но возле ног Аленушки находится еще один красавец. Угу. Кто ли он? Подосиновик. Цвет, конечно, какой-то блеклый, но такой есть. Да, но все равно приятно. Давно не были в лесу. Берем? Угу. А вот здесь рядом еще, кстати, вот лисичка. Я их тоже сразу возьму. Какие? Ну, лисички, наверное, вообще будут постоянно расти до поздней осени. Сухо в лесу. Вот такие красавцы. Но это еще не все. Здесь еще рядышком один. Давай подосиновичек. Покажем вот это вот что. А, что у нас, корзинки? Да, пока вот шли вглубь леса. Вот таких вот несколько штуковин. Вот как бы старт есть. А тут еще рядышком, как Аленка говорит. Еще один. Подосиновик. А мы еще сразу же и лисичку увидела. Сначала мы ее вытащим, сейчас раздаю. Сегодня будем брать все грибы, которые попадутся. Потому что я так думаю, что не так уж их много сейчас будет. Дождей не было. Ой, там еще малыш, что ли, растет. Ну да. Но зато толстоногие, смотри, какие. О, малышок там. Ой, ну, наверное, испорченный уже. Вот такой. Ой, красивый. Угу. Классный. Соскучилась по грибочку. Вот. Так что никуда не уходите. Да, оставайтесь с нами. Будем гулять. Гулять, искать. А вы нам помогаете в этом деле. И наслаждаетесь прекрасным лесом. Ну вот, тут несколько у нас чубайсиков стоят, да? Угу. Рыженьких лисичек. Мы, кстати, уже много съели. В основном что-то у нас лисы одни уходят, как обычно, в первую очередь. И здесь их полянка попалась. Здесь. Привычненько. Не так, конечно, как летом, но все равно приятно. Ведь лисички выручают. Ну, пока даже сейчас интрига. Интересно, каких грибов больше всего в лесу? Угу. Ты как думаешь, Алён? Я? Угу. Я думаю, лисиц. Уже мне кажется так. А из благородных? Подосов или же белобрысых? Наверное, подосиновиков. Подосиновики. Проверим. Ой, так, вываливается все у меня. Так, ну я их сначала соберу все, потом уже обрежу. В общем, вот такая вот кучка получилась. Лисичек. Немного, но и не пусто. Да? Ну что, вот вроде что-то нашли. Уже приятно. Не просто так приехали. Классно сейчас. Не холодно, не жарко. Пойдем дальше. Чупа-чупа-чупа-кабра. Грибочек.
Грибочек. Тонконогий. Ну, нам такие тоже подходят. О. Ну, ты знаешь, люди посмотрят из других регионов, которые жалуются, что все лето не было грибов. Скажут, ну вы, ребята... Зажрались. Да. А вот тут еще один, но это я не знаю, возьмем мы его или нет. Ну, посмотрим. И он, по-моему, хотя, не знаю. Нет, плохой. Черный какой-то. Будем проверять? Давай. Интересно. А вдруг? Он какой-то некрасивый. Нога у него чистая, но я думаю, боюсь, да, шляпа вся. Угу. Того. Ну, давай быстренько еще вот этого молодца проверим. Давай. Этот хороший. Этого берем. Угу. Ну что, ура, пойдем дальше. Ура. Не, ну мне вот такие больше нравятся. Вот такие я люблю. Ну, будем надеяться, такие будут на нашем пути. Почапали. Вот такой поеденный улиточками грибок нам достался. Ну а что? Ой, а он совсем плохой, похоже. Да, его съели. Нашли огромнейший гриб возле Алены под ногами. Сливается, не видно. Да, огромный карандаш, длинненький. Ой, вот такой. Угу. И сразу его почикаю. Ну, хороший, маленький. А там еще один нашли. И так решили просто для интереса взять потом. Обрежем, посмотрим. Шляпун. Ну и, конечно, улитками подъедем, но все равно. Сразу на пол корзины. Потом проверим. Ага. Пока жалко выкидывать. Далее. Да, пока жалко. Пока грибов мало. Жалко. Вот такой еще подосиновичек. Сейчас посмотрим, что за грибок. Ну тут рядом маленький, но он уже того, высох. О, наверное, плохой был. Не режется. Но нога нормальная, а шляпа. Шляпу сейчас проверим. Шляпа так себе. Да не так себе. Не, ну тут можно вырезать, но не будем. Нет, мы такими вещами не занимаемся. Пусть остается. Эх. Так, пока, грибок. Пока. Что же вы такие старенькие-то? Ну как охота, Аленка? Да вообще обалдеть. Охота. Ну как все попадается, ну маловато, конечно. Это у нас подберезовик такой, но интересный. Я люблю, когда с такими темными шляпками. Видно, прижат был веточка, что ли, ага. Да? Следы остались. Когда маленький был, наверное, потом подрос. Ну, хороший все равно. Что-то как-то не ахти с грибами. Что можно сказать про лес? Такое впечатление, что по лесу несколько дней никто не ходил. Вообще нет, ни срезов, ничего. Да, срезов нет, сбитых грибов нет. Да вообще как-то пару грибов. Угу. Ой, погуляем еще чуть-чуть. Там посмотрим. Чем попадется. Как-то не весело. Погода хорошая. Не жаркая. Комаров нету. И грибов нету. Ну вот мы только сказали, что ощущение, что в лесу как будто несколько дней никого не было, да, из грибников. Ну, оно так и есть. И вот смотрите, вот подтверждение этому. Угу. Вот такой вот грибас
Ждал-ждал своего грибника. Так и не дождался, скорее всего. Вот. Да. Ну что такое? Ой, там такие жуки страшные вылезают. И мы не успели, и другие не собрали. Вот зато звук какой. Угу. Ну ладно. Эх, это сколько это стоит? Это волнушка, наверное. Ну, волнушка-то одно смысла не играть. Я понимаю, когда их много. И снова опять... Бесхозный. Никому не нужный грибок. Ой, он вообще так крепкий. Не знаю, конечно, что там будет внизу. Вот так-то он крепкий. А вдруг? А вдруг? Он просто подсох. Сейчас посмотрим. Ух, вообще не режется. Вроде. Ой, вообще не режется. Немножко червивый, да? Немножко, да. Ну, да, да. Вообще не режется. Мне кажется, он будет... А давай его попал. Угу. Весь изъеден. Вот так вот. Да. И мы не могли, да, приехать? Да, у нас возможности, да, не было. Дел полно было. Не до грибов было. Ух, как сказать. Многие грибники часто выезжают в лес или выходят в лес, да, с своих дачных участков. Мы же все-таки люди заняты, и при всем желании не получается выезжать часто. Ну ладно. Грибочков мало попадается, но все-таки вот еще подберезовичек, по-моему, самый красивый на сегодня. Такой прям хорошенький. У тебя же уже был сегодня красивый. Ну, этот красивше. Этот мне больше нравится. Ой, такой он хороший. Классный. Еще и длинный оказался. Ага. Шляпка красивая, мне нравится. Осенних грибов. Ой, хорошенький. Лишь бы чистый еще оказался. Но вот внизу чуть-чуть. Ой. Нога съедена. Наполовину. Мы еще наполовину ногу съели. Эх, ну ладно. Ну ладно, хоть что-то осталось. Ну, красивый грибочек. Еще красиво стоял тут. А к нам тут еще за рядышком поставить. Давай попробуем. Ну кто там? Маленький. А кто говорил, что не будем брезгать никакими грибами? Я. Ой, какой длинноногий. Какой у нее есть, все-таки гриб. Ну, сварим суп. Из-под березника. Эх, эх, эх. Что ты, Аленка, мой оптимизм теряется, а твой? Вообще лес, конечно, замечательный. Вы только посмотрите, и тропинка, и маленькие елочки растут по краю. Вот если же в тот период, когда белые грибы, да, растут, как люди любят говорить, новые, что там, волна, еще что-то, да? Новый да, да, да. Волна. Мы эти фразы не любим, но так часто употребляют грибники. То только посмотрите, какая красивая тропа. Здесь обязательно должны расти, да, беленькие? Угу. Слева и справа. Ты посмотри, вообще такое классное место. Очень красиво. Обалденные елочки. Прям супер.
как раз молоденькие, да, маленькие. Угу. Грибов будет. Да, дождь. Как пойдут, как пойдут. И грибы пойдут. Мы здесь не были ни разу. Будем знать. Смотри, там, да, и справа, и слева маленькие ёлочки. Это вообще сказка. Все, ребят, наш оптимизм закончился, который был у нас в начале грибалки. Что-то побродили, походили по лесу, как-то не алё. Да, что-то совсем грибов мало, хоть все, что у нас получилось. Конечно, можно походить еще часок, два, ну а зачем, да? Неинтересно. Неинтересно. Правда. Понятно, что можно просто гулять, лесом наслаждаться, но все-таки, когда вы выезжаете за грибами, помимо красивого леса, да? Угу. Азарта нет, да, такого, что вот грибы сейчас должны быть. Потому что погулять по лесу можно и поближе к Москве. Угу. Мы-то уехали далековато. Нет, я люблю именно, чтобы такой азарт был. Там, да, тот грибочек, тут вот такой ходишь. Ну. Нет, неинтересно. Так что мы, ребятки, домой. Все, что у нас было с грибочком, мы вам показали. Пока сидите дома, делайте дефинитивно. Ждем дождей. Так что всем пока. Кто впервые у нас на канале, подписываемся, не забываем. Желаем всем удачной тихой охоты, полных корзин грибов и хорошего настроения. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.